Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Погоним Спинтайрес у нас. Версия 0.3.0.3.16. На игру ссылочка будет в разделе ссылки в группе. Ссылочка на группу будет под видео. Поедем, ребят, на полигоне. Сегодня катаем приватный модик от доктора Дизеля. Будет в товарах. Ссылочка будет на Серегу. Значит, и в товарах, и под видео на канале. Упс, сорян. Настройки. Ссылочка будет, значит, на Серегу. И в разделе товаров. И, значит, и под видео на канале. Катать будем сегодня, ребята, Ивэка автомобиль. Сидельный тягач 190-38. Сейчас он загрузится у нас. Ага, вот машинка такая у нас получается. Хоп. Вот. Вот, ребята, текстурочки просто офигенные. Даже дворники стоят на фарах. Смотрите, как блестит. Ступенечки блестят вообще. Обалденно. Решетка радиатора. Сейчас залезем в салон. Вот. Есть салончик. Прикольный. Анимации руля нет. Курильщик наш, короче, на месте. Давайте посмотрим, может тут с палку получится залезть сейчас. Сейчас как-нибудь попробуем сюда подобраться. Спальничек тут есть, все. Ух ты. Два яруса даже, ребята. Салончик приятненький такой, все нормас. Текстурки хорошие. Машинка классная. Значит, по поводу приобретения данного мода, ребята, обращайтесь к доктору Дизелю, ссылочка будет, да? Фары у нас рабочие, сигнал рабочий. Давайте заведем, и свой звук на машинке присутствует. Заглушим ее. Давайте запуск. Звук обалденный, ребят, приятненький такой, пшикает, стоит. Так, ну по аддонам, в принципе, еще пока что тут по колесам я не помню. Серега еще доделывает, дорабатывает. Значит, свет у нас, свет я тут помогаю Сереге подкрутить. Давайте поставим. Что по аддончикам у нас есть? Выхлоп. Выхлоп — это две трубищи такие здоровые, ребята. Сидельный тягач, машинка будет таскать, в принципе, только будет, наверное, она без бортов. Аддонами будет только у нее все через сцепку. Пока что еще тут не все доделано, но уже, по крайней мере, такая нижняя юбочка, ребят, с фарами. Ставим ее. Там не посмотрел что-то, да, 500 ремонта. Но это все еще человек доделает. Так, крылья, да, есть, есть. Крылья, ребята. Анимация брызговичков присутствует на машине. Анимация кардана. Анимация кабины. Обтекатель, ребята, вот такой. Седуха. Ой, седуха, седло. Вот так вот, ребят, будет светиться ночью. Немножко я тут синхронизацию прописал. Значит, ну, пока она в мультиплеере не работает, да. Ну, видите,
подсветка и века. Нижние вот противотуманки желтые включаются при наступлении ночи, да? Так что вот. Ну давайте посмотрим, что тут у него из прицепчиков есть. Пока что лес еще не таскает прицеп, то есть не поставлен. Серега это все сделает. Автомобиль у нас заднеприводной будет, ребят, вот такая цистерночка топливная. Выглядит вообще обалденно, конечно. Просто шикардос. Все там, ребят, тоже брызговички, анимация, все там есть на прицепе. Должна быть, по-моему, еще тут топливная какая-то цистерна. Это у нас на 3200, да? Топливная цистерна. И присутствует еще вот такая. Трейлер. Написано цемент не фас, но идет у нас 3200 тоже топливо. Также, ребят, присутствует анимация брызговичков. Тут все выглядит клёпско. Даже не знаю, вот что потащить. Что-то большое. Будут еще прицепы, которые будут перевозить там свой груз. Может быть, лес. Я не знаю, что там будет. Давайте поедем, наверное, с этой цистерной. Еще раз повторюсь, автомобиль у нас задний привод. Поехали. То есть, видите, с кабины все это у нас есть для любителей покататься. Ну, поехали. Включаем дифференциал, потому что тут у нас буераки всякие разные. Давайте будем объезжать все это дело. Ну, через воду-то он тут по-любасу должен проехать. Давайте судимся все-таки. Если что, выдернем его обратно лебедочкой. Все, поперли. Белорусские номера, я смотрю, на прицепчике стоят. Ну да, как бы, я думаю, что тут преграда такая водная, легкая, поэтому такой небольшой бродик, спокойно он чешет. Конечно, аккуратно надо, юбка — это низкая посадка на автомобиле, поэтому будем стараться тут не подловить ремонта урона. То есть надеюсь, мы заберемся. Хотя что, задний привод, может, придется и лебедочкой нам тут горячиться. Хотя что-то больно бодро он, ребят, идет. И, походу, нам ничего не придется тут никуда цепляться. Отлично он залазит. Я даже как-то удивлен. Думал, придется нам его подтаскивать. В грязь-то не полезем по-любому. Да, звук вообще обалденный. Все это шипение воздуха как на обалденно. Еще раз повторюсь, автор мода, ребята, доктор Дизель. По поводу приобретения данного автомобиля, Серега его допилит. Ссылочка будет на Серегу под видео на канале, также в разделе товаров группы будет ссылка на Серегу. Уже проходите туда, и по поводу приобретения общайтесь с Серегой. Продаст он кому там, не продаст, какая стоимость автомобиля и так далее данного мода будет. Ну, мод, конечно, обалденный, ребята. Мне очень нравится такая вся качественная машинешечка. Я думаю, что многие там, да, есть любители таких сидельных тягачей заднего привода. Есть карты, сами люди рисуют, некоторые карты катают на них, поэтому в принципе мод достойный, найдет
я думаю, применение, в принципе, да и на дефолтных картах можно на нем откатать, только единственное, что это все будет уже не так бойко и бодро, как на полноприводных автомобилях. Выбирать уже надо будет эту дорогу, чтобы не поломаться машину, чтобы не размотать. Ну так, в принципе, проходимость у него вполне для заднего привода, я думаю, что хорошо идет автомобильчик. Маленечко я тут тоже его подкрутил, посмотрел, Серега его кинул на обзор. Светом немножко тут подделал подвесочку, посмотрел. В принципе, идет хорошо автомобиль. Ну вот тут, наверное, грязюка, придется нам тут помучиться, наверное, слегонца. Ну-ка давай-ка сюда. Хотя он месяц, смотрите, да. Включили мы дифференциал. Черт побери, называется, да? Сейчас мы попробуем так как-то. Да нет, смотрите, пишет, но лезет, как говорится, да? В принципе, в адеквате автомобиль себя ведет просто. Бороды эти спокойненько, даже с грязью преодолел он вообще без вопросов, да? Я считаю, отлично идет. Разгонять тут я не буду его никуда, как бы. Да и приятно так посмотреть, как он весь там шевелькается. Отличный, ребята, аппарат. Ивэка Турбо, да? Все тут у него best of the best. Ся мы его нахрен заправим еще там. Бахнем ему солярочки-то. Посмотрим, как он поедет уже с груженным прицепом с этим заправленным. А так, конечно, приятненько. Смотрите вообще, да? Все тут у него шеволькается. От души, как говорится, да? Все, дальний мигает. Синхронизация, ребята, вот такая. Выбираем. Все даже, кстати, прописано вот эти все вот эти огонечки. Поборол я их. Ну все это будет, ребят, естественно, сделано. Полная синхронизация, то есть мультиплеер, и все это будет видно друг другу, если будете кататься с кем-то на таком автомобиле, конечно, все это будет. Тормози, японский городовой. Сейчас мы тебя тут. Ох, как он такой весь. Обалдеть такой весь. Переваливается, да? Ну давайте. Оп, прицеп при загрузке проседает. Ну давайте, 3200 мы зацепили, поползли. Будем ехать аккуратненько вообще. Как его тут болтается, бедолага. Тормози, паря. Соляру растрясешь сейчас. Да, анимация кабинки, ребята, видите. Все тут best of the best, как говорится. Ай-яй-яй. Юбку нам, чтобы все не сломать. Что на полигоне-то гонял. Чиркал ей хорошо там, ну, естественно. Не так аккуратно старался ездить. Тестил его на полную катуху. Так, ну тут у нас что-то уже грязь, да? Ну давайте тут не будем еще пока срезать. Давайте еще пока идем по полигону.
где у нас ездят полный привод автомобиля. Бережем. Новый автомобиль, бережем его, как говорится. Знаете, не всегда вот хочется проходить там какие-то огромные карты, да. Можно, в принципе, наподобие дефолта там одну-две пилочки. Одному для любителей можно покатать, как бы, да, вдвоем, аккуратненько. Как говорится, с толком, с расстановкой пройти карту на приятном, хорошем моде. Пусть даже это будет там сидельный тягач, но, по крайней мере, знаете, прикольно. Лично я с удовольствием покатал. Люблю вот такие хорошие модики, качественные. Но нормально, вот смотрите, там вот такие небольшие грязи, броды, все, горки преодолевает. Только единственное, что чтоб юбку тут нужно нижнюю не сломать, как бы. Поэтому я еду потихоньку. Но в принципе, видите, пока что я еще нигде почти. Ну там такие уж супер большие вот эти грязевые места я объезжаю. Ну, так, в принципе, офигенно идет он. Приятно. Звук, ребят, вообще обалденный. Одно могу сказать. Звук вообще меня рад. Ой-ой-ой, давай-ка сюда, дружок. Сюда поедем. Вброд. Едем вброд. Ну, тут нам главное подъем вот этот вылезти. Ой-ой-ой. Давай, вот тут надо сядет. Нет, смотрите, ребят, проходит он. Проходит. Проходит аппарат, смотрите, все. Отлично. Соляр он тащит. Без проблем, как говорится. Ну тут уже все, на эти, на яму мы не пойдем, да? Давайте тут срежем. Мод, ребята, шикардос вообще. Обалденно. Хоть и задний, возможно, Серега даже сделает еще, может быть, и полный привод, то есть впереди мост поставит на место балки, как бы. Будет, может быть, два варианта автомобиля, то есть еще этот автомобиль сейчас еще доделывается им. То есть будут прицепы. Возможно, будет еще вариант, действительно, Серега говорил, что полный привод. То есть еще, возможно, и поставить мост впереди. Ну, все эти бетонные хрени мы не будем, наверное, тут объезжать. Ну, давайте сюда вот можно, в принципе, понижаечкой попробую врубить тут потихой. Хотя зря, наверное, я его сюда погнал. Короче, все, давайте-ка выйдем отсюда. Ага, выйдем. Ну, подвеска рабочая, сами видите, там прыгает, все скачет. Топить его будем, ну, давайте еще утопим его, наверное, сюда. Если что, вытащим. Ну, урон по лобовое стекло, я так понимаю, в основном все делают. Да, звук, конечно, я вообще, да, по лобах, ну-ка, и выйдет он сюда, да ладно. Зараза, захлебнулся, вроде шел, переткнулся и что-то, нет, вылазит, смотрите, ребята,
Все отлично. Все, ребят, отлично. В принципе, вполне адекватный мод для игры Spin Tires. Пусть он будет сидельный тягач с заднеприводной, но все равно мне очень нравится. Я думаю, и многим другим понравится. Качественная модель. Хороший, приятный модик такой. Покатать с удовольствием, как говорится. Я обязательно... Опа. Кажется, я застрял, да? Ну, конечно, такой подъем мощный. Давайте попробуем. Ну-ну-ну-ну, давай-давай, японский дрын. Ну, вот почти же вышли, да? Сейчас мы... Еще течение, наверное, держит эту фуру. Самое. Ну почти же ты выбрался, дружбан. Попробовать на этом, на повышайке сдернуться. Что тут раскопаем, тут надо все. Прицеп утащила, вот зараза, вот это вот, конечно, бедовое течение, видите, вывернуло. Нет, ну если сходу бы, я, наверное, думаю, прыгнули бы тут, нормально бы прошли. Но давайте его все-таки подтянем. Сходу, я думаю, взял бы он без проблем эту преграду, но хочется проехать. Кстати, ребят, тут практически урон поймали водой только. Так что, мод хороший. Давай-ка сюда, вот здесь это, ой-ой-ой, чувака там что-то. Серега, кстати, вот будет смотреть обзор, вот чувак вылазит, надо его перепрописать, привязку к кабине, наверное. Он, наверное, привязан к раме, поэтому он, видите, на этом слегка его вытащило. Что-то как-то. А так нормально, ребята. Пишут, но лезет, как говорится, да? Ой-ой-ой. Ну, скоростные данные, я не знаю. Больше 30-ки по-любому, наверное. Под дефолт 32, 3, ну это считайте, у нас еще цистерна заправленная, 6 7, ну под 40, я думаю, будет он катить. Чем сейчас тут тащит у нас столько веса. В принципе, больше тут, наверное, и не надо. Обалденная ВК, ребят, вообще. Серега молодца. Запилил. Аккуратненько будем ехать. Давайте тут на скрин бабахнем, да? Давайте, наверное. Вот такой скриншотик. Можно еще чуть поменьше такой. Вот такой, ребят, приватный модик будет в товарах. Ссылочка на автора будет, ребята, под видео на канале, также в разделе товаров. Тут Серега немножко подправит, тут багует, тут вот эта табличка. Но он уже обратил внимание на это. Вот видите, поплясывает. Немножко он это исправит, то есть добавит еще прицепов, возможно, колес.
синхронизация будет на моде света, то есть в мультиплеере все это будет отображаться офигенно. А так мод просто вот на пятерочку. Приятный, качественный, хороший, добротный мод. Серега его допилит. Ссылка на Серегу будет, еще раз повторюсь, в разделе товаров группы моей, да, и также под видео на канале. Так что вот такой, ребята, обзорчик на автомобиль Ивэко. Подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Буду рад вас там видеть всех. Будем обзорить модики дальше, различные игры. Будут, ребята, розыгрыши по группе и по каналу, как будет 2000 человек в группе будет розыгрыш, и потом будет еще розыгрыш, как 2000 будет на канале. То есть, так что мониторьте, ребят, все будет сказано на видео. В основном, как бы, в группе я даже этих розыгрышах не пишу, посты не делаю. То есть, кто смотрит видосы, тот в курсе событий. То есть, поэтому имейте в виду, ребят, смотрите видео, в основном забываю я сказать, в основном под самый конец видосов только я все это дело озвучиваю. Ну, бывает, что в середине вся информация проскакивает, то есть, ну, чё, эй, не спи, дружок, ты чё это? Тут полющишь. Давайте еще вот такой скрин сделаем. Ночной. Эй, да ты че так? Смотрите, какой неугомонный. Ему лишь бы поспать, по-моему. Ну-ка, или с фарами. Давайте так. Вот на этом, ребята, обзор заканчиваю данного автомобиля. Подписывайтесь на канал, в группу. С вами был Драйвер51Рус. Всем удачки, всем пока. Проходите по ссылочке, кому интересна приватная такая машинка, кому интересен такой офигенный мод. Проходите, ссылочка будет на автора. И пишите автору по поводу приобретения данного мода. Всем удачки и всем пока.